Ну вот здесь сейчас температура 27, наверное, с половиной, где-то так вот, малек. Вот он вылазит из банки, хочет кушать. Ну, это говорит о чем? Малек здоровый. Абсолютно его температура такая, как бы, ну, никак на нем не сказывается. Только что им давал еще кусок такой же, они его захомячили очень. Ну нету никого, ни стоящих там, ни где-то отдельно и так далее. Все рыбы, так вот подросточек. Подросточек, сейчас подросток один. И здесь еще один подросток. И там то же самое. Бешенство сейчас начнется. Все, все на еде. Вот еще один подросточек. Понять просто, куда бежать, где еда. Я им еще один кусочек даю так, чтобы они вот пирами раздираются. Вот то же самое здесь. Стал он не может понять, запах есть, а еды нету. Я им второй кусочек следом закидываю. Ну, худо-бедно 20 килограмм фарша за месяц уходит. Все, вот так вот у нас кормление. Вот еще одни карасики. Здесь леопарды, там всякие разные даймонды и прочие. Здесь пара на нелесть. Ну, чертиков едят обычно. Все. Здесь уже взросляк годовалый, ну, 11 месяцев. Молодняк, так скажем. Молодняк я им много не даю, так по чуть-чуть. Эти годовалые, они много не едят, так тоже им по чуть-чуть даю. Здесь то же самое. Ну а этим вот не досталось немножко, но я сейчас пойду еще нарежу. Держите. Ну вот так примерно все это кормление у нас происходит. Вот, ну, есть подросточек там, то же самое. Карайку им даю. Здесь трава у меня прет. Да, здесь вон трава прет. Отросточек тоже кушает хорошо. Нападают. Все съедают. Ну, так вот. Еще немножко дам. Все, то есть нет никого, кто бы это самое не кушал там и так далее, стоял где-то во всех банках, все хорошо.